Хуба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть Shadow Fight 3. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Друзья, мы продолжаем, и сегодня мы будем сражаться против сенсей. Откуда я это знаю? Да просто в прошлом видео мы уже посражались, и я охренел. Этот сенсей, блин, вообще не постарел, как говорится. Но это, понятное дело, не прям сказать он, это как бы... Так, все, хорошо, хорошо, друзья. Ну-ка посмотрим, посмотрим теневой пропуск. Хорошо. Забираем подарок, который ни хрена нам не понадобится. Ребят, я прошу прощения, что вообще стал как-то играть... Ребята, все-таки редко в Shadow Fight. Надо это все исправлять, ребята. Надо это исправлять. Сейчас, наконец-то, на канале растения против зомби появились. Айзик. Вот эти вот старые игры. Angry Birds Epic, друзья. Так что потихонечку, помаленечку возвращаемся. Так, ну что же. У нас на самом деле маловато легендарных сундуков-то осталось. И это меня печалит как-то. Потому что такое чувство, что... Ну, будет все хреново скоро. Так, монетки. То есть, видишь, у нас уже 60, то есть два легендарных у нас остается сундучка, и все. Раньше я вообще не называл серию там «Открываем легендарный сундук», потому что настолько было ключей, столько. Так, хорошо, монетки, что-то такое. Сейчас самое важное, чтобы уровень сложности немного подупал, понимаешь? Это самое важное. А у нас пока невозможно, блин, улучшить. 5000, 4000. Слушай, а что, если я возьму... Нунчаки, а? Братишка, может реально их возьмем? Часовая бомба. Ой, мне вот это, если честно, даже больше нравится. Ты куда прокачал-то, ёкарный бабайнит? Красавчик, хорошее начало, ребятки. Вообще хорошее, я вам скажу. Так, отравление пусть будет, ярость гориллы. Попробуем сейчас ярость гориллы. И росомаха. Ладно, ничего... Страшного, ребята. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. И все равно безумно, ребята. Но мы попробуем против сенсея. Давай, лишь человеческий образ. Это как-то так называется. В бой, кицуне. Не отвлекай меня, пожалуйста, я сейчас буду тащить. Против сенсея. Ля, какой молодой. Сенсей, ты точно уверен, что ты сенсей? Ух, ля, блин, шок. Это и правда сенсей, ребятки. Не наврали, похоже. И у него быстро регенерация регенерирует. Да хорош, сенсей. Вот тебе пощечина. Ай! На, сенсей, как тебе тумачок-то? Ух, блин, да как же... Так, оп. Да дунчаки подбери, брат, пока ты там на зип... Так, ребят, это все будет... Сенсей, нет! И вот такие звуки еще должны быть, ребята, присутствовать. Ужас, ужас. Если честно. Ладно, музыка клевая. Пам-пара-пам-пам. Ну, сенсей, держись. Охренеть, это топовый удар. Ребят, отравление пошло. Сенсей тоже, так сказать... Да он лечится! Сенсей, не лечись! Хрена мы сенсея, просто разваливаем ему кабину. Пойдет, ребят, сенсей-то у нас пойдет. Слушай, ну он хорошо лечится. Я не знаю, каким образом, но хватит сенсей лечиться. Да ты охренеть. На руках. Бейся руками, бейся руками. Старый молодой человек. Не, ребят, это полный бред. Все, все, сенсей нас просто... Это невозможно, это безумно, это безумно. Не, мы на безумном когда-то проходили. Это пойдет, но... Да не на невозможном проходили, но... Это невозможно. Все, тут, брат, мы сдаемся. Полюбас. Идем открывать боксики. Конечно, замечательно. Награды, все дела. Кстати, у нас эпических-то тоже не очень много становится, ребят. Мне это не нравится, определенно. А сколько там осталось, я даже не знаю. Слушай... Сколько у меня там билетов, ёкарный бабай, погоди. Я ж вот такое вот лицо сделал, погоди. У меня там билетов, ё-моё, мама не горюй. 150...
Всего 50 штук. Охренеть, просто 150 штук. А, ну... Так, не-не-не-не, дружище, чуть... Сейчас бы купил, блин, вообще шикарно просто было бы, если бы я купил, но, слава богу, все нормально. Все обошлось, ребятки, и сейчас уже мы можем нападать нашему мастеру, как я понимаю. Кстати, надо было зайти еще в броню. Так, начали. Ой, хорошо, просто сенсей обрабатываем, ребят. Хорош, пошел. Ой, образ сенсея, как хорошо валится, ребятки. Сейчас, опа, опа, ну куда ж ты, старичок, идешь-то, а? И проблема в том, что, ребят, сейчас такой приемчик уже не сделаешь, как обычно. Вот работал он. Почему? Да потому что он подлечивается. В этом проблема. Опа, 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 сенсей-то, смотри-ка, оборзел. Сенсей, критически в голову. Пойдет, пойдет, что-то у него там ёкнуло в сердечке, бац, откопытился, ну ты понял. А сейчас по ногам. Дядюшка-сенсей. Опа. Ой, хорошо, по головке мы его приложили. Так, главное сейчас побольше. По спинке поглаживать нашего сенсея. Ну, звучит, конечно, очень странно. Ну, а что делать, ребят? Воу, сенсей! Да блин, сенсей что-то начал обучаться, ребят. Вспомнил молодость, да какого ж хрена? Сенсей! Сенсей, блин! Сенсей что-то вообще оборзел, ребят. Ой, сенсей, как хорошо, блин. Хорошо мы сенсея приложили, ребят. Вот это я понимаю, что аж шок у сенсея-то... Остались только ножны, да, у сенсея нашего? Ну, сенсей, так сказать, лежи. Полежи, нормально. Пойдет, ребята. Все, победа. Вот мы и победили сенсея. Это хорошо. Это определенно хорошо, друзья. Сейчас слушаем. Но он ничего не скажет, потому что это типа образ, по факту. Сейчас там другие будут говорить. Они не отступают, их все больше. Пора с этим заканчивать. У нас и правда мало времени. Джет, Кицуне, вы сможете нас прикрыть? Потом Катени я заберу с собой. Иду все равно не в лучшей форме, поэтому он вам ничем не поможет. Ему лучше пойти с нами. Спасибо, приятно слышать. Ты идешь или нет? И что сейчас будет-то, ребятки? Идешь ты или нет? Давай посмотрим первое. Вот сюда вот зайдем. Дружище, оп, наградка. Так. Пойдет. А шо, ребята? Ну, надо пооткрывать. Ну, блин, у нас вообще так мало. Я не знаю, когда следующая серия это будет. Тут уже реально фармить надо будет. Тут уже полная фигня. Тут уже просто так не отделаешься, как говорится. О, плюс 30-ка. Это великолепно, ребята. Это просто великолепно. Так, ну у меня, конечно, есть на самом деле кое-что, что поможет, ребята. А именно 15 тысяч этих. То есть мы с тобой можем, в принципе-то, что-нибудь тут накупить, понимаешь? Например, предложение. Заходим тут. Ну-ка. Не, это мне, конечно, не нравится. Мне нравится, когда не настоящие деньги покупаются. Вот что мне нравится, ребята. А тут прям все за... Бабосик, бустер-паки единственное. Вот, например, легендарная династия. Ну, можем, да? Или вестники, или мириту. Ну, к примеру, 2000. Ну, тратим, ля. Хочется мне потратить столько много сегодня, чё нет? Пожалуйста, что-нибудь хорошее, дружище. Хотя мы могли на это купить более... Ох, тайфун, позолоченный посох.
Все, я понял. Лучше больше такого не покупать. По-эпическому и пойдет, ребят, как говорится. Во! В следующий раз, если что. Ну, вообще, такие денежки-то, конечно... Ой, хорош. Ну, эпички хорошие, прям реально. Латы, во. Хорошо. И что у нас там получается? Все равно невозможно, да? Забираем хоть какую-то награду. Что у нас здесь появилось? Только бомбочки. 4 косаря. Это стоит улучшения? Такие бабки просто. Я не знаю, ребят, но это правда. 17к. Ну это вообще уже можно. Я не знаю, что сделать-то, блин. 17к. Ты что, дядя, блин? Вот и мародера, куная. Не, все, пока не открываем ничего. Мне нужна следующая серия. Ой, ребятки, я чувствую... Сейчас у меня жопа будет полыхать. Я узнаю это место, это путь к храму сферы. Но ты говоришь, что в этом мире не было ни врат, ни сферы. Почему храм вообще здесь? Разве он мог был бы быть в мир, в котором Кенни открывал врата? Его здесь и не было, пока мы не появились. Нексус рушится, а вместе с ним и симуляция. Этот мир пробитые черты реальности. Кстати, видите те черные фигуры? Это судьи. И они пришли, они почуяли, что что-то не так. Нужно торопиться. Не забывайте участие в дуэлях. Все дела там, вот это вот. Ой, дядь, это тяжело, это тяжело. Чё там у нас? О, сейчас эти дурацкие вершители. Хотя, может, еще и даже справимся с ними. Ребят. Нельзя... Ой, не зря нунчаки я брал. Уф. Спокойно, дядя. Спокойно, отлетай давай. Пойдет, пойдет, ребят. О. Хорошо идет, ребятки, хорошо идет. У него котик, это очень плохо. Объясню почему. Потому что, господи, много хп забирают. Ты говнюк! Ты дерьмо! Вот что мне хочется сказать, ребят. Ну чё это такое-то, блин? Ладно. Ладно, ублюдок. Будь по-твоему. Да господи, миллионы лет тебе надо, что... В боулинг он поиграть там решил. Пипец. Дядя, ты вообще чеканутый, что ли, а? Так, ладно, это следующая серия, ребятки. Сегодня у нас вообще... Сегодня у нас по лайту, скажем так. У нас сегодня по лайту. Я понял, что нафиг, нафиг, ребят. Что мы в следующей серии будем делать? Замечательно, дядя, конечно. Ты меня... Мы его сможем. Мы его сможем и следующего тоже, я надеюсь. Я не могу на это смотреть, ребята, как избивают нас. Да ты куда, блин, вставляешь? Да ты... Капец. Вот так вот. И бывает. Да господи, ты и так долго меня валишь, что я даже не знаю. Я бы уже камбэк бы давно сделал. Ну правда. Че так долго? Дядя. Ладно, фиг с тобой, ты уже у нас на следующей серии. Ты же сказал, что Нексус развалился, что Арбитресса нам сделает, если вернется. Нексус — это все нестабильное сознание, которым прицепилось к моей ядру. И таким образом выжили. Но саму Мэй уничтожить невозможно, ее сознание бессмертное, и она до сих пор владеет Арбитрессой Киба. Она опасна. Видите? Ну что же, друзья, на этом пока что все. Не забывайте ставить лайки. Также присоединяйтесь к Дискорду, ребята, потому что там расписание будет. Вот, на этом все. Бай-бай, дорогие братишки.